Две новинки TVI камеры HiWatch T245 и T255. Это спид-дом камера, способная передавать аналоговый видеосигнал с разрешения 1920 на 1080 точек в реальном времени. Камеры совершают панорамирование со скоростью до 160 градусов в секунду, оборудованы трансфокатором с 20-кратным оптическим увеличением. Модели поддерживают режим день-ночь, имеют механический ИК-фильтр. Камеры отличаются исполнением. Модель T245 предназначена для внутренней инсталляции. Модель T255 имеет корпус со степенью защиты IP66 и предназначена для установки на улице. Камера оборудована тревожным входом и выходом, есть порт RS-485, блок питания 24 вольта переменного тока идет в комплекте. Остались вопросы? Спрашивайте в комментариях, ответим. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Спасибо за внимание и до скорых встреч!